Опять бежит вода из люка. А вон перекресток улицы Зейской и Артиллерийской. Парит уже несколько дней. Это видео житель дома по улице Артиллерийской снял 8 января. На тот момент густой пар из колодезных люков выходил уже больше недели. Александр Филонов живет в этом районе 4 года. Говорит, порывы случались и не раз. Но так парит впервые. Управляющая компания дважды отключала горячую воду в доме. Но проблема так и не решилась. В принципе, неудобств нету. Единственное, вот то, что парит вот здесь, вот прямо на углу, сейчас чуть меньше. Вот. А до этого, до того, как копать начали, вот сам на машине езжу, вот этот пар закрывал вот этот перекресток, то есть обзор. Особенно вечером пешеходов не видно, с работы возвращаются, приходится вот присматриваться. И такая ситуация на протяжении всего квартала, вплоть до улицы Ленина. По Зейской в сторону Загородной картина та же. Испарение идет из нескольких люков и ливневок. На месте работают специалисты АКС. Чтобы добраться до сетей, вскрыли асфальт, убрали плиты с труб. В связи с этим движение по улице Артиллерийской на участке от Зейской до Амурской перекрыли. Место, где предположительно случился порыв, специалисты АКС уже определили. Сейчас составляют план по устранению аварии. К работам приступят уже завтра. Поэтому дома, относящиеся к этим сетям, ждет отключение воды и тепла. Но всего на несколько часов. Причины порыва и сроки ремонта специалисты озвучат в ближайшее время. Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».